Владивосток, 7 августа 2022 года, воскресенье. На центральной площади города начались демонтажные работы. В данный момент разбирают баскетбольную площадку, которая находится вон там впереди. Игры закончились. Сегодня вечером закрытие будет в Фетисов-арене. Дует ветерок легкий. Там через дорогу ремонтируют фасад. В кинотеатре Уссури показывают фильм «Бэтмен», очередная часть, потом фильм «Боец» и «Дикая», и там еще какая-то афиша, не видно, что там за фильм еще показывают. Здесь находится стела «Владивосток, город воинской славы». А,
главная роль фильм. Еще один там афиша. Старый дворик кума. Тысяча девятьсот шестьдесят пятый год. Здесь находятся всякие кафешки. Здесь уже что-то новое открылись. Раньше здесь была парикмахерская. Что-то тут шумят. Шумят там чего-то. В общем, здесь кафешки, ресторанчики, терраски летние. Вечером здесь вот эти лампочки загораются. Люди любят здесь фотографироваться в этом месте. А что в этой арке? Давайте заглянем.
парикмахерская какая-то, что ли. Ну вот такой здесь дворик. Еще окна деревянные. Латинос, какое-то заведение или что? Зеленые кирпичики. Торговый центр. Столовая «Копейка».
здесь находится магазин такой, ну скажем так, военный. Тут всякие камуфляжи, ну всякие такие штуки продают. Арсенал магазин называется. Рифей какой-то. Здесь приморские производители продают свои плоды труда. Здесь проходит, кажется, Всемирный день кошек. Вот вчера, сегодня. И вот здесь вот картины с кошками. Всякие рисунки с кошками. Помидоры, огурцы, яблочки, орешки. А здесь у нас стритфуд. Народу не так много, жаркий день, кушать на улице горячую еду не очень так. А вот это здание музей пограничников. Так, надо перейти дорогу. Музей пограничных войск. Здесь такие картины на входе. И пограничные столбы. Ковры, все дела. Здесь начало композиции, представлена форма, гимнастерка парадная.
макет первого казачьего поста. Вот он. Так выглядит. Какие-то документы, газеты. Уссурийский казачий вестник. Газета. Ух ты, какой меч! Краска вся такая дырявая. А это что такое за коробка такая? А это мина противотанковая. Каска еще старая, 38-го года. Каска такая. Это герои Хасана здесь. Здесь больше ничего нет за музеем.
Давай зайдем туда, посмотрим. Здесь находится. Лазерная коррекция зрения тут. Семеновская 21А. Деревянный дом стоит какой-то. Этот деревянный дом, он уже, блин, разваленный весь. Жилой дом. Такая развалюха стоит. Мордовцева 8Б. Вот этот деревянный дом. Подняться на лестницу.